За родником долгие годы не ухаживали, источник засорился, напор стал очень слабым, вода уходила под асфальтовое покрытие. Обшивка бетонных конструкций рассыпалась. В этом году это место под опеку взял Национальный парк Нижняя Кама. С помощью экспертов удалось установить причину слабого напора. На данный родник все равно все-таки большое воздействие, очень много посетителей ходит, и потом не соблюдалась все-таки санитарная зона. То есть посетители ходили просто по склону. И еще причина в том, что уходил сам сток воды, уходил в сторону, в две стороны. Эта труба, которая идет, она выше, а там уже промыло под ней, и она под ней, скорее всего, идет. Желоба с одной стороны пришлось убрать, поэтому возле родника собирается очередь. На временные неудобства надо закрыть глаза, просят сотрудники нацпарка. Идут работы по вскрытию трубы, которые отводная труба, которая в озеро идет, его трубу вскрыть, вытащить, положить новую и заасфальтировать. Полностью движение перекрывать не стали. С одной стороны, доступ к роднику для желающих утолить жажду есть. Качество воды проверили специалисты Роспотребнадзора. Она соответствует всем нормативам. Так что пить можно без опасений. Эльвира Ермакова, Алексей Шатунов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.